на одном интернет-форуме предложили заменить в известном произведении два слова на ток включенный. Напишите эти два слова. Время. Минуту на подумать, 5 секунд, чтобы отдать листок с ответом. Правильным был код ученый. На этот и еще 23 вопроса на логику и сообразительность отвечали педагоги, воспитатели, учителя дополнительного образования. Я думаю, что здесь все-таки такой азарт. Я думаю, что это азарт, да, чисто педагогический, в том плане, что педагог все-таки это человек, который все время ищет что-то новое, познает, работает с информацией. Ему и самому интересно тоже попробовать участвовать в этих мероприятиях. Недаром такая игра проводится уже в третий раз. Вся организация прозрачна, баллы сразу же подсчитываются и вносятся в таблицу. По результатам первого тура в лидерах команда первой школы. Ибе Виктория, Убе Конкордия, там победа, где согласие. Вот мы все вместе дружно сотрудничаем, у нас первое место. Вопросы были сложные или так себе? Сложные, очень сложные. Сложные. Не ожидал, что будут такие сложные вопросы. Но вы не гуглите здесь? Ну нет, конечно. Посмотрите на нас, мы даже не знаем, что это такое. В итоге команда первой школы преимущество не растеряла и взяла гран-при интеллектуальной игры для педагогов. В тройке лучших учителя из школ 49, 6 и 14. Алевтина Дармаева, Жаргал Цириндашиев. Новости дня.